Здорово всем, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам рассказать грустную, печальную историю о том, как я заразился хламидиозом. Это слово, я думаю, известно всем, в частности, кто там смотрит Виджелинка, например. То есть у него, ну, тоже была такая проблема. И я никогда не думал, что столкнусь сам с этим. Ну, потому что он человек, ну, такой достаточно сексуально активный, в том плане, что у него есть тёлки. Я никогда бы не подумал, что у меня тоже, ну, когда-то, ну, появится тёлка, но жизнь вот решила иначе. 21 февраля Хикан, как вы знаете, впервые в жизни, ну, поебался. Если вам, кстати, интересно видео о том, как же это было вот в подробностях, то есть буквально, ну, пошаговая инструкция, напишите там, я сниму про это видео. Но сейчас видео не про это, а про последствия. Про последствия, про ужасные последствия, с которыми я столкнулся. То есть Хикан, в частности, человек, ну, который там никогда не ебался, он будет, ну, рад любой ебле, даже если эта ебля случится без гондона. Я всегда вот рофлил с тех людей, которые ебутся без гондона. Ну, типа, им лень там сходить в магазин, вся хуйня. Я вот, ну, когда читал он такие истории, думал, вот долбоёбы там нахуй. Ну, а в итоге сам столкнулся с этим, то, бля, как оказалось, магазин вот находится где-то в 150 метрах от того места ебли, где, собственно, и было совершено вот, совершен вот этот акт непосредственно самой ебли. И, в общем, в такие моменты, естественно, все намного тяжелее, вот встать там, бля, одеться, нахуй, сходить в магазин за гондонами. И, ну, блядь, к тому же они достаточно недешевые, бля, упаковка там что-то 60 гривен стоит. Вот, ну, посчитайте, сколько это, ну, бля, в рублях это, ну, тоже достаточно. Да хуя там, умножьте на 5 уже. Ну, вот такая вот хуйня, дорогие друзья. Их там всего лишь там 3 штуки, если я не ошибаюсь. Ну, это я читал, я сам не знаю. В общем, дорогие друзья, в итоге вот сейчас подхватил хламидиоз. Вот все, ну, пруфы, если вы не верите. Ну, таблетки, бля, от хламидиоза. Есть все симптомы, там, насморк, кашель, бля. Не, анальный, обычный кашель. Но течет там хуйня из хуя, там, зеленая такая. И еще там боль в хуе. В общем, дорогие друзья, не повторяйте моих ошибок. Хламидиоз. Это уже можно, ну, поставить галочку. Ну, подхвачено. Оно под вопросом СПИД, там вся хуйня. ВИЧ, там что там еще есть. Сифилис, гонорея. Это, к сожалению, сразу нельзя диагностировать. Это, ну, только через время. А если даже они есть, это пиздец. Получается, Хикан станет СПИДозным. Это полнейший пиздец, дорогие друзья. В общем, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.